Всем доброго времени суток. Приветствую вас на своем канале ЛВР, канал, посвящен силе слова. Здесь вы найдете православные молитвы, великорусские и малороссийские заговоры наших предков на все случаи жизни. Подписывайтесь на канал, в жизни данная информация обязательно вам пригодится. Также хочу сказать о партнере нашего видео. Это украинский банк Абанк, один из нынешне надежных банков. Абанк сейчас выдают кредитные карты до 55 тысяч гривен лимитом. Оформить карту вы можете, не выходя из дома. Просто перейти по ссылке внизу, заполнить анкету, и в течение часа менеджер вам перезвонит. И вы заберете карту в удобное для вас время, без очереди и регистрации. Сегодня хочу дать вам текст молитвы Архангелу Уриилу в четверг. Архангел Уриил или Уриэль является светом Божьим и властителем над небесными светилами. Для меня это сложный образ. Я не могу его идентифицировать ни с какой-либо силой, которой бы могли говорить наши предки. То есть светило у них было как бы отдельным богом, это ярыло, то есть это солнце. Свет – это ра, то есть фотоны, если так научными словами говорить. И так как Уриил изображен с мечом и огнем, и о том, о чем говорится в молитве, то, скорее всего, Уриил является стражем чистой правды, то есть справедливости. Это сугубо мое мнение, мое вот такое видение, скажем, на этот образ. И если у вас есть знания про данного архангела, пишите в комментариях, мне будет очень интересно. Спасибо.